Мистер и миссис Дурсль, дом 4, Тисовая улица, город Литл Уиндинг. Удачи, Гарри Поттер. Заткнись, Дурсль, ты мерзавец. Я не буду платить какому-то старому чокнутому учителю за его фокусы. Добро пожаловать в косой переулок. Гарри! Гарри! С днем рождения! Лондон, Хогвартс. Поездка в один конец. Платформа 9 3/4. Но Хагрид, наверное, здесь ошибка. Написано платформа 9 3/4. Такой нет. Я знаю. Фред, ты следующий. Фред не он, а я. И вы, мадам, еще называетесь нашей мамой. Ох, прости, Джордж. Я шучу. Я Фред. Экспресс до Хогвартса. Мило. Это Крэб и Гойл. Я Малфой. Драко Малфой. Гриффиндор! Нет? Только не Слизерин. Что ж, если пожалуйста, вы в этом уверены, куда угодно, пусть Слизерин будет Гриффиндор! Да начнется пир! Привет! Как дела? Скажите, сэр, как это почти безголовый? Это было просто блестяще. Спасибо за эту оценку, мистер Уизли. Заткнись, Гарри. Отойдите от двери. Алло, Мора. Заходите. Алло, Мора. Стандартная книга заклинаний, глава 7. Я не знаю. А сейчас я иду спать. Пока у вас не появилась идея, как быть убитыми. Или еще хуже, вылететь из школы. Так, стоп, стоп, стоп. Ты сейчас выбьешь кому-нибудь глаз. И еще, нужно говорить только Левиоса, а не Левиоса. Зря сказал. Никаких вопросов. Не задавайте вопросов. Зря я сказал. Зря я это сказал. Очень даже зря. Thank you.
5. Это просто варварство! Это волшебные шахматы. А ты уже собралась? Зато ты нет. Но не в запретной секции. Счастливого Рождества! Ты тоже получил подарок. Подарок? Да! Человеку не следует жить в своих мечтах, Гарри, и забывать про настоящую жизнь. Хагрид. Привет. Не хочу показаться грубым, но я сегодня не принимаю гостей. Мы знаем о философском камне. О, зря это сказал, очень даже зря. Добрый вечер. Что нам теперь делать? Пойдем к Люгу ночью. Рон, ты живой? Да. Хорошо. Фу, хорошо, что не паниковали. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Где мы? Это кладбище? Это не кладбище. Это шахматная доска. Шах и мат. Все будет хорошо. Ты волшебник. Великий волшебник. Не такой хороший, как ты. Я? Колдовство? Есть более важные вещи. Дружба и смелость. Гарри, береги себя. То, что произошло в подземелье между тобой и Квирреллом, это большой секрет. Ну, естественно, вся школа об этом знает. Но еще сложнее противостоять своим друзьям. Я присуждаю 10 очков. Невиллу Долгопупсу. Исходя из того, что мои подсчеты верны, я думаю, настало время флаги сменить. Гриффиндор получил кубок школ. Да. Это тебе. Спасибо, Хагрид. Если этот болван, твой кузен Дадли, обидит тебя, ты всегда можешь пригрозить ему парой свинячьих ушей в дополнение к его хвосту. Но, Хагрид, нам нельзя колдовать за пределами Хогвартса. Ты же знаешь. Я да. Но кузен не знает об этом.